После появления полиции бульвар на улице Старозагора полностью опустел. От прилавков продавцов, которые торгуют здесь незаконно, остались лишь пустые деревянные ящики. Сами же коммерсанты-любители стоят в стороне и ждут, пока им выпишут административный протокол. Такие рейды по местам незаконной торговли сотрудники полиции совместно с прокуратурой, профильным департаментом и представителями районных администраций проводят ежедневно. Здесь одно из мест незаконной торговли. Рейд у нас регулярный. Сегодня вот очередная акция вместе с полицией. Вставляем протоколы о незаконной торговле. Там выносят потом штраф от 1,5 до 5 тысяч. Приводим в порядок территории. Но чтобы было, бульвар должен быть благоустроено и убираем незаконную торговлю. Сейчас надзор за незаконной торговлей усилили. Одной из причин ужесточения мер стал недавний инцидент. На одной из таких точек нелегальной торговли мигранты бросили фруктом в пожилого мужчину. За него вступились прохожие и завязался конфликт. По словам правоохранителей, нападавшим грозит наказание не только за нарушение правил торговли, но и за хулиганство. Осудила действия незаконных продавцов и общественность. Моя деятельность всегда была связана с тем, что и провести работу по соблюдению прав человека, и именно осуждать те действия, которые причиняют вред прав человека. Осуждаю, конечно, осуждаю. Это практически хулиганские действия, которые подпадают под действия определенных статей и в Уголовном кодексе, и Административном кодексе. На улице Старозагора в промышленном районе уже давно образовался стихийный рынок, где десятки торговцев, не имея разрешения, заставляют импровизированными лотками газоны и тротуары. В результате сегодняшнего рейда на псевдокоммерсантов составили 4 протокола. В период с января по август 2021 года на территории Самары составили 1662 протокола. Подобные рейды по местам незаконной торговли продолжатся и в будущем. Сотрудники внутригородских администраций в ежедневном режиме, включая выходные дни, будут обходить закрепленную за ними территорию. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.